Поэзия — чудесная страна, где правит рифма целым миром. Ей власть особая дана — нас покорять звучанием лиры. Каждый поэт — это целый мир, и своим творчеством они помогают нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее, наполняют оптимизмом, верой в добро и волнуют читателей до глубины души. Классная встреча в рамках проекта «Движение первых» прошла в поселке Майский с поэтом и корреспондентом ГТРК Карачаево-Черкесия Артуром Хце. Алла Динаева подробнее. Встреча с известным поэтом – это всегда праздник. На классной встрече первых с активистами движения школ поселков Майский, Ударный, Октябрьский, Мичуринский и Кавказский пригласили поэта и журналиста Артура Мхце. Это проект, который проводит движение первых. Что такое классные встречи? Мы приглашаем в школу интересных людей – художников, поэтов, журналистов. Ребята хорошо знакомы с биографией и творчеством гостя. Артур Мхце – поэт, выросший в семье поэта. Его отец – классик абазинской литературы Керим Мхце, выпускник литературного института, который привил сыну не только любовь к поэзии, но и умение работать над поэтическим текстом. Отец Артура – знаменитый абазинский литератор, публицист, народный поэт Карачаево-Черкесии Керим Мхце, автор 8 сборников поэзии, многочисленных статей и очерков. 5 мая Кериму Мхце исполнилось бы 75 лет. Многие его произведения литературоведы оценивают как мировое достояние. Отец прививал любовь к тем же самым стихам, произведения там Пушкина, Лермонтова, все, что по школьной программе. Просто учил меня читать стихи так, как, ну, с какими-то эмоциями, с чувствами. Не так, чтобы, допустим, просто наиграно, а чтобы человек прочувствовал. В школе поселка Майский Артур во второй раз. Впервые он сюда приехал снимать репортаж, когда открывали мемориальную доску выпускнику этой школы, участнику СВО Аслану Динаеву. И в тот же вечер Артур посвятил ему стихотворение. То, что происходило во время этого мероприятия, оно немножко меня, за дело, за живое. Я видел его супругу, которая с поникшим лицом стояла, его родственников, ребенка маленького, который не понимающий, для него это все игра. И вот все, что происходило, оно просто, и та же доска памяти, где он как раз и смотрит свысока неподвижно вдаль. То есть вот это все как бы и сподвигло написать. Мы подмоги все же дождались, только я чуть не сдюжил. Жаль, сорвалась водопадом вниз, безутешна твоя печаль. Я иначе не мог, не оставил беде, ребят. Нет победе иных дорог, жизнь отдать брат за брата рад. Много лет Артур Мхце работал на телевидении в Москве. Вопросов у активистов движения первых к поэту и журналисту было много. Спрашивали о работе на федеральных каналах, интересовались, во сколько начал писать стихи, просили совет для тех, кто начинает творческий путь. Я, например, оценю стихи, которые написаны не обязательно четко рифма. Четко, главное, чтобы была мысль, а рифма она постепенно приходит человеку. То есть шлифовка она происходит постепенно, а вначале главное, чтобы было что-то, что цепляет людей. Презенты получили школьники за лучшие вопросы, а в завершении встречи ребята взяли автограф у Артура Керимовича, посмотрели и музей памяти. 11 яблонь посадили во дворе школы поселка Майский участники встречи вместе с Артуром Мхце и мамой Аслана Динаева Людмилой Анатольевной. Алла Динаева, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия, Майский.